Доброе время суток, друзья! Рад приветствовать вас на своем канале «Диванный аналитик». Кто не подписан на мой канал, подписывайтесь, будет много интересного. А сегодня поговорим о доходе с монетизации контента на канале Алексей Крылов. Итак, друзья, что нам автор говорит о своем канале? Всем привет! Меня зовут Алексей Крылов. На этом канале я выкладываю видео о путешествиях и интересных моментах моей жизни. Огромное спасибо, что смотрите. Поддержать канал, ссылочка на PayPal и на донат Allers. По поводу сотрудничества писать на почту такую-то. Также есть ссылочки на Instagram, на Яндекс.Дзен. Дата регистрации данного канала 16 марта 2015 года. Топ-3 по популярности на данном канале являются ролики под названием «Испания. Бесстыдницы на пляже. Как загорают европейки». Ролику 3 года 911 тысяч просмотров. На втором месте по популярности ролик под названием «Страшный перелет. Сильная турбулентность». Ролику 4 года 890 тысяч просмотров. И топ-3 замыкает ролик под названием «Турция. Бесстыжие туристы на яхте. Отдых в Алании. Влог». Ролику 3 года 863 тысячи просмотров. В настоящий момент контент у нас на канале появляется... Фактически ежедневно 5-6 роликов в неделю выходит, и иногда бывает по несколько роликов в сутки. Так что зрители, подписчики не скучают, а мы с вами переходим к цифрам. YouTube-канал Алексей Крылов был зарегистрирован 16 марта 2015 года. Тип, категория канала Travel, страна регистрация Украина. На канале 1137 видеороликов в свободном доступе, 269 тысяч подписчиков, а контент посмотрели 93 254 071 раз. Категория канала Б. Средняк Ютуба. В рейтинге Social Blade данный канал находится на 179 583 позиции. По подписчикам канал занимает 1992 строчку. По просмотру видеороликов канал находится на 119 600 позиции. В Украине канал занимает 653 место, а в мировом рейтинге в категории Travel путешествия данный канал расположился на 582 строчке. За последние 30 дней 3000 новых подписчиков. Это на 50% больше, чем за предыдущий аналогичный период времени. А контент посмотрели 2 509 000 раз. Это на 18,5% больше, чем за предыдущий аналогичный период времени. И доход данного канала составил от 627 долларов США до 10 тысяч долларов США, в зависимости от того, где бы данный контент смотрели и показывали. Контент у нас с вами, друзья, русскоязычный, и доход близок к минимальному значению данного диапазона. То есть, как минимум, YouTube-канал Алексей Крылов заработал 627 долларов США, что в рублях по курсу мы считаем по 75 рублей за доллар, получается 47 025 рублей дохода. В среднем же за последние 30 дней ежедневно на канал подписывается 100 человек, 83 636 раз смотрят контент, и доход составляет 21 доллар. За неделю 700 новых подписчиков, 585 452 раза посмотрели контент, и доход составляет 146 долларов США. За последние 30 дней 3000 новых подписчиков, 2 509 061 раз посмотрели контент, и доход как минимум составил 627 долларов США. За тот промежуток времени, который мы с вами наблюдаем в графическом отображении помесячно просмотры подписчиков, мы с вами видим, что пик по просмотрам был в апреле 2021. Контент посмотрели 4 873 814 раз. И в том же апреле 2021 наибольшее количество подписавшихся за календарный месяц. Таких было 18 тысяч человек. В русскоязычном сегменте YouTube YouTube-канал Алексей Крылов по подписчикам занимает 7207 позицию. На канал подписано 269 тысяч человек. По просмотрам канал расположился на 4758 строчке. 93 151 600 раз посмотрели контент. На канале 1136 видеороликов в свободном доступе. И канал был зарегистрирован 16 марта 2015 года. За последние 14 дней в среднем ежедневно на канал подписывается 142 человека, 103 262 раза смотрят контент, и доход составляет 34 доллара. За 14 дней 2000 новых подписчиков, 1 445 673 раза посмотрели контент, и доход составил 476 долларов США.
За последние 90 дней мы наблюдаем с вами следующую статистику. В среднем ежедневно на канал подписывается 77 человек, 70 562 раза смотрят контент, и доход составляет 23 доллара. За 90 дней 7 тысяч новых подписчиков, 6 350 635 раз посмотрели контент, и доход составил 2100 долларов США. Это у нас с вами доход за последние 90 дней. А для того, чтобы нам узнать, сколько данный канал принес автору за все время своего существования, нам необходим максимальный расчетный доход. В данном случае это 38 400 долларов США, уже заговариваюсь, да, умножить на 2. И доход данного канала за все время составил примерно 76 800 долларов, что в рублях, если бы все заработанные средства мы выводили сегодня по нынешнему курсу, составляет примерно 5 589 820 рублей дохода. В среднем YouTube-канал Алексей Крылов зарабатывает на YouTube 0,22 тысячных рублей в секунду, 1927 рублей в день или 57 798 рублей в месяц. Это среднее значение по доходу данного канала за все время его существования, 16 марта 2015 года по сегодняшнюю дату. А мы, друзья, давайте обобщим. В этом видеоролике мы узнали, что YouTube-канал Алексей Крылов за последние 30 дней как минимум принес автору 627 долларов США, что в рублях по курсу мы считаем по 75 рублей за доллар, получается 47 025 рублей дохода, а за все время канал заработал 76 800 долларов, что в рублях, если бы все заработанные средства выводили сегодня, единовременно получается примерно 5 589 821 рубль. Вот такие вот доходы данного канала. Если друзьям ролик понравился, ставим лайк, если не понравился, дизлайк. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь, будет много интересного. В комментариях, друзья, давайте поговорим о канале Алексей Крылов, что вам на нем нравится, что не нравится. Если вы отписались, то почему? И также можете написать, чей канал, какого блогера. Мы с вами будем рассматривать следующие видеоролики в плане получения им дохода с монетизацией контента на YouTube. Всем удачи! Пока!